85-летней челябинке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил: внук пенсионерки стал виновником ДТП. В аварии пострадала женщина, и ей требуются деньги на дорогостоящее лечение. Я тогда говорю: так он живой, дайте ему трубку. И он ему дали трубку. Я спрашиваю: расскажи, что случилось. Он мне начал говорить. И я уже слышу, что голос совсем не похожий. Я говорю: почему у тебя такой непохожий голос? Он говорит: а потому что у меня разбита губа в кровь, и я не могу разговаривать, как обычно. И эта женщина может подать в суд, и мне сказали, что он может его засудить, и он может попасть в тюрьму. Испугавшись, пенсионерка согласилась отдать злоумышленникам накопленные 300 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет обидчиков женщины. За решетку они могут отправиться на срок до 6 лет. Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность. Не следует переводить и перечислять денежные средства незнакомым лицам. Помните, что сохранность ваших сбережений в первую очередь зависит от принятых вами решений.